Всем привет, вы на канале Ростиксона. Сегодня мы поговорим про монету Filecoin и как ее купить на бирже Gate.io. Подробно разберем данную монету и как ее купить. Но перед началом хотел бы поделиться с вами телеграм-каналом Ростика. Там много всего интересного, много разных конкурсов и розыгрышей. А также там много полезной информации, которую вы не найдете на YouTube-канале. Ссылка будет в описании. Также в описании видео есть регистрационная ссылка на Gate.io, при которой вы получите вечную 20% скидку на торговые комиссии. А если у вас большие торги, то тогда вы действительно будете экономить приличные суммы. Например, со $100, затраченных на комиссию, $20 будет экономии, а с $1000, затраченных на комиссию, целых $200 экономии. Как по мне, это очень неплохой бонус. Итак, приступим. Gate.io – это криптовалютная биржа, работающая на рынке с осени 2017 года. Биржа предлагает клиентам солидный выбор альткоинов и ориентируется на трейдеров из англоязычных и азиатских стран. Gate входит в топ криптовалютных бирж. Разберем саму монету. Filecoin – это децентрализированная система хранения, цель которой – хранить самую важную информацию человечества. В рамках первичного размещения в 2017 году проект собрал $205 миллионов. Запуск изначально планировался на середину 2019 года. Однако дата запуска основной сети Filecoin была сдвинута до достижения блока 148 888, которая состоялась 15 октября 2020 года. Впервые проект был описан еще в 2014 году, как стимулирующий уровень для межпланетной файловой системы. Одноранговой сети хранения данных. Filecoin – это открытый протокол. Он поддерживается блокчейном, который записывает обязательства, которые берут на себя участники сети с помощью транзакций, совершаемых с использованием FIL. FIL – это собственная валюта блокчейна. Блокчейн основан одновременно на доказательстве повторения и на доказательстве пространства времени. Кто создал Filecoin? Filecoin был основан Хуаном Беннетом, который создал также межпланетную файловую систему. Беннет – это американский информатик, учившийся в Стэнфордском университете. После основания Protocol Labs в мае 2014 года он посещал U-комбинатор летом 2014 года с намерением найти поддержку и PIFC, и Filecoin, а также другие проекты. Что особенного в монете Filecoin? Идея Filecoin – это хранить данные децентрализованно. В отличие от компаний, облачных хранилищ, такие как Amazon Web Service или Cloudflare, подверженных всем проблемам централизации, Filecoin использует свою децентрализованную природу для защиты целостности местоположения данных, что облегчает их извлечение и затрудняет цензуру. Децентрализованные системы хранения, такие как Filecoin, позволяют людям самим быть хранителем своих данных, а также в чем-то делают интернет более доступным для людей во всем мире. Поскольку участие в сети Filecoin путем майнинга и хранения напрямую связано с получением большого количества вознаграждений за блоки, Filecoin побуждает участников действовать честно и хранить в ней как можно больше данных. Сколько монет Filecoin находится в обращении? Осенью 2020 года 400 майнеров приняли участие в фазе теста сети под названием Space Race, увеличив пропускную способность сети Filecoin более чем на 325 пибибайтов. Для участников Space Race было выпущено около 3,5 миллионов токенов FIL. Как обеспечивается безопасность сети Filecoin? Защита Filecoin построена на доказательстве повторения и доказательстве пространства времени. В сети Filecoin узлы, также известные как майнеры извлечения, конкурируют за то, чтобы как можно быстрее доставлять данные клиентам. Затем они получают награду из комиссии FIL. Это стимулирует сеть узлов, которые хотят реплицировать и сохранять файлы. Узлы майнеров хранилищ постоянно конкурируют за контракты на предоставление хранилищ клиентам на определенный период времени. Когда майнер хранения и его клиент договариваются о сделке, майнер хранения помещает данные клиента в сектор и запечатывает его, чтобы создать уникальную копию данных этого сектора. Майнеры хранилищ получают вознаграждение от клиентов в виде Filecoin'ов в качестве комиссии за сделку. Эти же майнеры также могут майнить блоки и получать награду за блок с классическим образом. Теперь разберем, как купить данную монету на бирже Gate.io. Итак, регистрируемся по ссылке в описании. Пополняем депозит, сделать это можно следующим образом. Наводим на кошелек. Далее, депозит, выбираем нужную нам монету и готово. Так,
Теперь переходим во вкладку «Трейдинг», далее «Спотовая торговля» и в строке поиска вписываем название монеты. У нас это монета Filecoin, но числится она под названием FIL. И начинаем делать, собственно, свои сделки. Также мы можем посмотреть график данной монеты и видим, что сейчас она потихоньку двигается вверх. На данный момент цена монеты составляет 1613 рублей с суточным объемом торгов более 42 миллиардов рублей. На этом видео подходит к концу. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, там реально много всего интересного. Ну а если же вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь. А также не забывайте про комментарии. Всем удачи и до новых встреч!